Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Poco F3 включить резервное копирование Google. Заходим в настройки. Google. Резервное копирование. Включаем. Разрешаем, точнее, загружать на Google диск. Добавляем аккаунт. Нажимаем ОК. После чего, если у нас не работает Google Фото, нажимаем на него. И выбираем. Там включаем автозагрузку. После чего... А вот, как видите, у нас таки не работает, поэтому давайте я вам покажу. Включаем автозагрузку. Выбираем исходное либо высокое качество, нажимаем ОК. И когда мы возвращаемся в настройки, то уже все готово. И осталось только нажать «Начать копирование». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!